Этот проектный офис будет работать со всеми участниками этого процесса. Это и перевозчики, это и рекоператоры, и главы муниципальных образований, и просто те люди, которые, ну, возникают проблемы и вопросы. Это будет та рабочая группа, которая будет заниматься, потому что она будет консолидировать в себе все направления. Мы понимаем, с этим законом столкнулись, что в будущем это будет и коммунальная услуга, это часть и ЖКХ. Ну, в общем, в целом, мы уже говорили, что закон-то нацелен все-таки... Конечный итог – это экология. Поэтому на базе Министерства природных ресурсов на уровне заместителя министра создан этот проектный офис.